Все. Мир стал таким бесчеловечным. Все фальшивые. Они слепы и глухи. Ко всему, кроме денег, карьеры. Глупые и заносчивые. Не могу с ними общаться. Я с ними борюсь. Хочу, чтобы они сами себя уничтожили. Я хочу взаимодействия. Очень хочу. Но это просто невыносимо. Вытягивают каждую секунду смартфоны, чтобы подкреплять свои мелочные желания. Решать, что купят в магазине, где будут есть, что будут смотреть в кино. Они поглощают все. А почему это тебя расстраивает? Потому что больше ничего не осталось. Но ты не обязательно должна быть такой. Ладно. Как будто все вокруг какая-то игра. А правила мне никто не рассказал. А если расскажут, то я обязана буду им следовать. Я могу только провоцировать. Я становлюсь злобной. Я такая же, как они. Такая же плохая. Да нет, я даже хуже. Я себя ненавижу за это. Я так, мать вашу, одинока. Почему мир такой подлый? Такой бесчувственный? Такой эгоистичный? И почему я такая? Я не для этого мира.